Татаре завершилась церемония прощания с военнослужащим государственной пограничной службы майором Бахышлы Бахышем Эльшаноглу, погибшим 9 июня от удара молнии на служебном участке погранотряда Лянкеран. Майор похоронен на кладбище села Исмаил-Бейли Татарского района. Он поступил в академию с 617 баллами. Имея такое количество баллов, он мог бы выбрать любой вуз. Однако выбрал академию государственной пограничной службы и решил стать пограничником, как его дядя. Свою первую службу он начал в Имишли, затем служил в Бейлагане, а в 2016 году на заставе в Газахе. 3 месяца назад он уехал в Астару, самый трудный регион, где он и погиб. Он мог выбрать более спокойное место службы, но он выбрал погранотряд «Горадис», который в то время находился в зоне боевых действий. Он начал службу в 2015 году с 15-й пограничной заставы. Во время Второй Карабахской войны он также участвовал в боях. Последние 6 месяцев он служил в пограничном отряде в Ленкаране. Во время службы он проявил себя как патриот. Царство небесное всем нашим шахидам. Напомним, что майор Бахышлы Бахыш Эльшаноглу и солдат Нагиев Али Эльшаноглу погибли от удара молнии при несении службы на территории погранотряда Лянкеран.